Бессабинцы получат новые квартиры уже в декабре текущего года, так сказал аким города Мирам Смагулов. Сегодня градоначальник побывал на строительной площадке нового жилого комплекса «Шапагат», где раньше располагался печально известный микрорайон Бессаба. Стены перегородки параллельно с мая месяца мы начинаем. Глава города в прошлом и сам строитель, потому в нюансах застройки разбирается не хуже генподрядчиков. Сегодня Мирама Смагулова ознакомили с ходом работ на месте, где уже в конце года появится новый микрорайон. Вопросы финансирования решены. На завершение строительства первого этапа жилого комплекса «Шапагат» из резервного фонда правительства выделят более 1,5 миллиарда тенге. Прежде всего, жилье здесь предназначено для жителей бывшей Бессабы, подписавших договоры цессии. По срокам строительства мы должны сдать его первый квартал 2014 года, но деньги выделены полностью в этом году. Поэтому мы их должны освоить. 242 квартиры, обещанные бессабинцам, в этом году мы планируем выделить. Генеральными подрядчиками являются две фирмы – карагандинская «Оливия» и столичная «ОТАН». Сегодня на «Шапагате» забили сваи и уже приступили к строительству первых этажей будущих 12-этажек. За ходом строительства ведется жесткий контроль, заверил градоначальник. Технадзор со стороны заказчика заключен договор с технадзором, раз. Второе, проверяется авторский надзор. Вы, наверное, заметили, прежде чем я начал разговор, планерку, я разговор начал с авторов. Каким образом ведется контроль, потому что авторы, они знают все узлы и каким образом должно строиться. Что запроектировано, они знают. Третье – это архитектурно-строительный контроль. То есть со всех сторон тут контроль существует. Сейчас изготавливают заготовки на колонны. Колонны – это несущие конструкции в этом здании. А это инженер одной из подрядных организаций. Сегодня 45 рабочих компаний «Оливия» в две смены возводят две блок-секции микрорайона. Денис Терещенко, как профессионал, уверяет, дом, в отличие от печально известной Бессабы, стоять будет надежно. Ну, этап строительства, как вы видите, только начало. Ну, в принципе, это самое сложное – это начать. Здесь уже выходим на первые этажи. Сложности особо как бы я не вижу. Технология строительства, все видят, что это монолит. Это бетон, арматура. Здесь очень хороший запас прочности заложен. Тем временем аварийные дома бывшего микрорайона Бессаба полным ходом разбирают. Вывозят демонтированные конструкции, которые мешают дальнейшему строительству. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.